Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 25 декабря. По одному из календарей славяне почитают Великую Матери Ладу. По народному месяцу слову Спиридон Поворот, Солнцеворот. В этот день христиане чтут память святителя Спиридона Тримифунтского, жившего на Кипре 3-й, середины 4 века. Со святителя Спиридона солнце на лето, а зима на мороз поворачивают, поэтому в народе его не иначе как поворотом или солнцеворотом называют, примечая со Спиридона Поворота хоть на воробьиный скок, а прибавится денек. И то правда, ведь с этого времени солнце день ото дня будет все выше по небесной лестнице подниматься, а темные ночи, словно стыдясь износившегося за зиму платья, начнут все проворнее за краешек земли прятаться. Но хоть и слыл Спиридон Поворотом, далеко не всегда он солнечным выдавался. Поэтому по характеру наступившего дня в народе издавна о погоде новогодья гадали. Если на Спиридона солнышко играло, жди святок ярких, морозных. А если хмурился Спиридон, как правило, теплой, но пасмурной выдавала святочная неделя. Иней, что кудрявился на ветках деревьев, оттепель предсказывал, а ветер своим постоянством поражал, задувая от Спиридона до дня весеннего равноденствия с одного угла. Хотя и солнцеворот в официальных праздниках не числился, серьезной работы в этот день никто не начинал, разве что хозяйки норовили лишний раз в курятник заглянуть, чтобы из правого рукава кур гречихой прикормить. Говорят, от этого они быстрее и лучше нестись начинали, а в теплое время года не забегали в соседние дворы и не сорили яйцами, где попало. А мужики на Спиридона вишневыми веточками запасались, гадая по ним о будущем урожае. Для этого нужно было поставить вишневый букетик в воду, разместить его в переднем углу и Рождества дожидаться. Если на веточках больше цветов, чем листьев распустится, не будет нужды в плодах садовых, наверняка уродятся они на славу. А если посохнут веточки или листьев на них значительно больше, чем цветов окажется, на хороший урожай не надеялись, полагая, что его либо выморозит, либо градом побьет. Но на всякий случай яблоньки в саду от снега стряхивали, авось пронесет и все еще заладится. Недаром же Спиридон светом хвалился, коровам бока согревая. Впрочем, Спиридоново солнце хоть и ярко, да не жарко. Ласковые его лучи, да морозного узора на окнах им нипочем не растопить. Ну и за то спасибо, что светлее стало на улице, и на душе от этого празднично и чисто. Полагают, что в этот день медведь перевертывается на другой бок. Повинуясь старинному обычаю, в период солнцеворота жгли костры в честь солнца, а на утро сообща выходили за околицу зазывать солнце повернуться. «Солнышко, повернись! Красное, разожгись! Красно-солнышко, в дорогу выезжай!» Девицы и молодицы выносили донца для прядева и скатывались на них с круч. А детей в эту пору, несмотря на холод, домой не загонишь. С утра до вечера пропадали на горках, катаясь на салазках, ледышках, старых корытах и обледенелых рогожах. Леденье пришло, зиму в дом привело, в сани коней запрягло, в путь дорожку вывело, снег заледенило, лед на речке вымело, ребят в санки усадило, с горки покатило. В этот день примечали. Если можжевельник начал гнуться, жди метелицы. Воробьи начали таскать в свои гнезда пух, жди лютых морозов. Домашние животные в стойла прячутся, вскоре пойдет сильный снег. Если утро выдалось пасмурным, то весна будет ранней. А по одному из календарей в этот день славяне почитают Великую Матерь Ладу. Следующий после Рождества Коляды – праздник Богородицы, день прославления Матери Лады –
великой жены Сварожьей, небесной Богородицы, матери всех родных богов. В сей день девушки и женщины славят богиню Ладу, восславляют ее любовь и лад. На капищах кладут требы к кумирам Великой Матери. Замужние женщины вопрошают о рождении здоровых чад. Также творили поминальные обеды и поминки в храмах. На Богородицу молодежь проводит большие вечери из продуктов, заработанных коледованием. А собранные тем же образом деньги они отдают для общины и храма. Особенно уважают этот день женщины, поскольку он связан с Матерью Божьей Ладой, которая, проявляясь землей, рождает солнце. Было обычаем в этот день посещать баб-повитух, которые принимали роды. В этот день на Покутье, передний угол, ставят засушенные букеты цветов, венки, а также зимние сорта яблок. Девушки обращаются к богине с просьбами помочь найти суженого, благословить на хорошую супружескую жизнь. Молодые мамы молятся о добром нраве дочек, красоте душевной и физической. В эти дни Ладу изображали прекрасной молодой женщиной с младенцем на руках. Период особенно важен для женщин, которые еще должны родить детей. Почитание матери Лады в декабре благословляет женщин на счастливые роды и рождение здоровых и одаренных детей. С 26 декабря начало 12-дневных зимних святок. Здравия, радости и счастья вам, славяне! Братья-месяцы.